Пары готовы, я надеюсь, зрители тоже готовы встречать их аплодисментами. Друзья, мы начинаем с категории, переходим к награждению юниоров 1. Латино. Е-класс. Первое место. Пара под номером 19. Владислав Зуев, Диана Крупич, Минск, БПТ. Тренеры Елена Карпенко и Дарья Зубова. Второе место. Пара под номером 2. Александр Шиманский, Дарья Ващенко, Гомельская областная федерация спортивных танцев, тренер Эдуард Сугак. Бронзовые медали. Пара под номером 8. Константин Хоровко, Дарья Кухаренко. Пара из города Бобруйск. Четвертое место. Пара под номером 9. Даниил Швед, Светлана Ильюшева, Минск, Кинезис, тренеры Виталий Симонов и Мария Ивашкевич. Пятая позиция достается паре под номером 5. Леон Легкоступов, Елена Анастасьева, Витебск, Элита, тренеры Роман Легкоступов и Екатерина Бурдинская. И на шестом месте пара под номером 38. Никита Бадун, Любовь Желянина, Заславль Акцент, тренеры Сергей и Анастасия Подкас. Ну что же, традиционный момент для памятного триумфального фотоснимка. И мы благодарим группу юниоры 1 и Е-класс, провожаем их с паркета и переходим к заключительному награждению группы юниоры 2 Е, также латино, первое место, пара под номером...